Ополченцы заявляют, что не собираются штурмовать Мариуполь. Об этом заявил глава ДНР Александр Захарченко. По его словам, Киев пытается свалить на ополченцев вину за ошибочный обстрел силовиками жилых кварталов города. Там под огнем градов погибли по меньшей мере 30 человек и около сотни ранены. Разборы завалов в районе Восточной сейчас продолжаются. Подробнее об этом обстреле рассказал заместитель командующего корпуса Министерства обороны Донецкой Республики. По его словам, из-за ошибки своих корректировщиков украинские силовики не только нанесли удар по Мариуполю, но и открыли огонь по собственной механизированной колонне. По меньшей мере погибли 15 военных. В Министерстве обороны ДНР также сообщили, что потери украинских силовиков с начала их наступления составили уже больше 780 человек. В плен сдались около 50 солдат. Кроме того, уничтожены 60 танков и боевых 50 бронированных машин. За ситуацией на Донбассе следит наш специальный корреспондент Евгений Поддубный. На линии противостояния продолжаются интенсивные боевые действия. Силы ополчения занимают тактически важные позиции, населенные пункты. Вот, в частности, новость буквально последних двух часов. Силам ополчения удалось выбить украинских силовиков с территории радиолокационной станции, которая расположена чуть севернее взлетно-посадочной полосы Донецкого аэропорта. Сейчас бои переместились в район населенных пунктов Опытное, Тоненькое, Авдеевке. Интенсивные боевые действия идут в Песках. Накануне действительно вооруженным силам Донецкой Народной Республики удалось взять под полный контроль населенный пункт Красный Партизан. Украинских военных оттеснили. Ранее поступала информация, что из этого населенного пункта украинские силовики наносили удары по пригороду Донецка, по Ясиноватой. Вот теперь этот город находится под контролем ополчения Донецкой Народной Республики. Стоит сказать, что по сути теперь открыта дорога, которая соединяет Донецк и его город-спутник Горловку. Хотя необходимо отметить, что эта дорога иногда обстреливается. Вот в частности, сегодня украинские военные били по городу из самоходной артиллерийской установки, били из минометов. На месте были обнаружены погибшие украинские военные. Их передали украинской стороне. Несмотря на то, что инициатива сейчас на стороне ополчения Донецкой Народной Республики, украинские военные продолжают наносить артиллерийские удары по позициям ополченцев, как на линии противостояния, так и по тем позициям, которые находятся дальше, попадают и по кварталам Донецка, особенно по тем, которые прилегают к зоне боевых действий. Эдуард Басурин сегодня также говорил об ударах украинских силовиков. Город Донецк, Куйбышевский район, 14:10. Горловки в 13:30. Попадание по Инакиево, северная окраина города, в котором разрушено 5 жилых домов. В 16:30 системой залпового огня «Ураган» был произведен залп по Еленовке. Интенсивные боевые действия идут по всей линии противостояния. Украинские силовики вновь оказались под угрозой окружения, в частности, в районе населенного пункта Дебальцево. Сейчас силы ополчения берут, что называется, в клещи группировку, которая расположена там. Ситуация меняется достаточно быстро. Евгений Поддубный, Рубен Миробов и Станислав Еловский. Вести из Донецка.